мы читаем все, и хейтеров, и вообще все читаем, но, честно говоря, не обращаем на это внимания. Всем привет! Часто я говорю, что читаю комментарии болельщиков на разных платформах. Скажу сразу, что разные платформы, разные болельщики, я это точно заметил. Вот. И для того, чтобы убедить болельщиков, что я действительно читаю и нормально реагирую, сейчас мы посмотрим несколько комментариев, я попробую на них ответить. Марат Гибаев. У Саладюлаева деньги есть. Ну, молодые-то выстрелили тогда, когда мы ими занимались в Талпаре. У меня только вопрос утвердительный такой: Саладюлаеве есть деньги. Не знаю, откуда это, болельщики это узнают. Вот. Но то, что мы их умеем тратить экономно, я вам скажу, утвердительно. Давайте дальше пойдем. Руководство вот так. Баширов молодец. Шлак подпишут. Вообще Шлак. Шлак — это, наверное, фамилия. Такого у нас не было, по-моему. Не просматривались такой фамилии. Валис Руки. ДР, конечно. Ренатик. А трансферы-то будут? Так, это было у нас 19 июня, если меня поздравляют с днем рождения. Я думаю, вопрос уже отстал от жизни. Все, кого надо, подписали. Еще, наверное, кого-нибудь классного подпишем, я надеюсь. Итак, дальше. Аделина Шмуратова. Ух ты, как такое может быть? Наше руководство лучшее, умеют подписывать лучших. Я просто восхищаюсь. Я тоже восхищаюсь Василием Анатольевичем Чижовым. Таких людей подписать. Я, правда, не слышал. Видимо, отвлекся. Попробуем Василия Анатольевича набрать. Да, Иван Анатольевич. Василий Анатольевич. Да. А слушаю, когда вас успели подписать Кучерова, Макдэвида? Я что-то пропустил. Ну, они давно уже к нам хотели попасть. Василевский рекомендовал же, когда приезжал в наш клуб. А, Андрей, да, про это говорил, что ли? Он прощупывал почву? Да. То есть он дал нам такие рекомендации? Да, да. Так что, ну, все. Парни у нас, все, мы балдеем сейчас. Ну, все, спасибо. Ну, вы тоже, ну, нет, сообщайте хотя бы, я как-то сейчас вот не очень получилось. Я что-то упустил из виду как-то, вот, ну, это, думал, вот, позвоню завтра, послезавтра сообщу. Понятно. Спасибо, давай. Хорошо, давайте, ага, спасибо. Ну так я руковожу, а подписание Макдэвида узнаю после. И Кучерова тоже, для кучи. Брусчатку вчера мимо проходил, посмотрел. К сожалению, она оказалась, ну, такая гладенькая, гладенькая. Я еще подумал, жалко, что гладенькая. Была бы она такая побитая, это бы говорило о том, что у нас толпы болельщиков, которые хотят к нам прийти. Для нас главное участие. Но такое классное, чтобы люди ходили на хоккей, как на представление. Может быть, не будет кубка, но зато мы каждый день даем представление, на которое болельщики, которые любят хоккей как игру, они к нам приходят. За 25 миллиамов. Баширов и его банда просто гении. Банда гений. В чем? Кто 25 миллионов? Если мы забрали себе 25 миллионов, то, наверное, гений, наверное. Ришат Кутлубаев. Руководство Саладюлаева выгнать полностью. Сезон провален. А, ну понятно, 31 мая. Сезон провален. А руководство Саладюлаева вообще понимает, нет, что нужно шевелиться, что самые жирные плюшки мимо нас. Дрозда подписали и пошли Сабантуй гулять. Ну, после подписания Дроздова на Сабантуй мы не устраивали, но были рады этому подписанию. Жирные плюшки прошли, может быть, за малым исключением, все мимо нас. Но я вообще сам сейчас на диете, поэтому жирные плюшки решил в этот раз пропустить. Бора в руководство, ну, наконец-то. Картаеву еще лямов 10 дайте, тогда уж все равно никого не берем.
блин. Обрадовался только что, думаю, браво руководству. 4 восклицательных знака. Я думаю, Владислав будет не против. Мы предложим 10 миллионов рублей. Или лямов. Наверное, лямов лучше. Тимонович. Когда команду начнете собирать? Где топ-трансферы? Что делает руководство клуба? Руководство клуба пилит бюджет, ничем не занимается, пьет кофе и устраивает самотой. Даниэль Гадз. Мы как Газгольдер скупаем то, что никому не нужно. Лейбл Басты. Наверное, он тоже так скупает. Хотя, наверное, надо позвонить ему. Давно с Василием не разговаривал. Василий Чижов, Василий Баста. Алло? Не, ну я вот слушаю, короче, да? Смотрю на них. Они что, вообще попутали там все, что ли? Согласен. Они что, берега вообще путают, краев не видают. Все правильно. Я думаю, знаете что, мне не понравилось, как я отвечал. Я вот сейчас вчера вспоминаю, да, я отвечал слишком серьезно.